За что были оштрафованы вы? Я был оштрафован за то, что во время карантина покинул дом. И чем занимались вы? Куда ушли? Решил просто прогуляться. Далеко от дома ушли вы? Ну да, далеко. Половину километра. И сотрудники полиции к вам подошли, да? Да. Объяснили, задержали, привезли. Но у вас никаких документов при себе не было, получается, да? Что, ну, разрешение выйти? Нет, разрешения выйти не было. И какой штраф вам наложили? 15 тысяч рублей. Стоило оно того теперь ходить? Не, не стоило. Лучше дома сидеть, деньги сохранить. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!